несмотря на плохую игру команды, все равно продолжал верить, продолжал поддерживать, продолжался спать или же наоборот просыпался ночью, чтобы смотреть трансляции, и приходил сюда поддерживать команду при любых ее выступлениях. Поэтому от чистого сердца вам большое человеческое спасибо. Прежде всего, наверное, сезон закончен. Он прошел не самым лучшим образом для нас. Для того, чтобы проанализировать все происходящее, у нас было время. В общем-то, причины понятны. Думаю, что мы с этим разберемся и справимся. Были хорошие игры и были плохие. Задачу мы не выполнили. И, на мой взгляд, мы могли выступить лучше. И было несколько игр, в которых все решали владения, с которыми у нас не все получилось. И от плей-оффа нас отделило две победы. И, скорее всего, туда попадут те команды, которые мы обыгрывали. Плей-оффа Лиги ВТБ. Если говорить о Лиге чемпионов, то это было соревнование, которое Енисей участвовал первый раз. И уровень этого соревнования для нас был не особо понятен, потому что все когда-то происходит в первый раз. И это не оправдание, но тем не менее мы попали в достаточно сильную группу, из которой две команды играли в финале четырех, и одна команда играла в полуфинале. В целом, могли ли мы выйти? Могли, но были обстоятельства, которые нам не позволили это сделать. Я не считаю, что мы хорошо отработали, хотя мы старались. Нельзя сказать, что мы не работали. Но, тем не менее, очень много времени ушло на адаптацию игроков к тем условиям, которые необходимы, и к тем требованиям, которые необходимы для игроков Лиги ВТБ и для игроков Лиги Чемпионов. Поэтому время было отчасти упущено, мы все время его догоняли, было большое количество травм. Тем не менее, я благодарю тех ребят, которые старались, потому что они старались некоторые выполнить свою работу хорошо. Может быть, не все получалось, но они работали. Я думаю, что положительным моментом может являться, хотя это слабое утешение, это то, что в последний месяц мы не опустили руки и продолжали играть. Ну и прежде всего, наверное, нужно поблагодарить болельщиков, которые поддерживали команду. Разные мнения у всех были, но это мнение болельщиков, и они имеют на это право. Мнение тех, кто находится в команде, оно может отличаться, потому что мы знаем чуть больше. Вот. И, наверное, это и останется в команде в этом сезоне. Спасибо вам за то, что вы приходили, за то, что вы верили, за то, что вы смотрели и поддерживали нас, несмотря на то, что игры были не все удачными. И результаты сезона не очень хорошие. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто играл, и всех, кто на игру смотрел. С прошедшим днем рождения Виталий и Олег Герман. Спасибо команде за то, что вы были командой, за то, что вы играли. Не получилось. Не каждый игру получилось. Сегодня, наверное, не хватило мотора такой, как Зиль. В другой игре не хватило чего-то. В какой-то игре помешали те, о которых говорить нельзя, как сказал Олег Германович. Но мы вас все равно любим.